Спасли ковровчан от половодья. Из-за подъема уровня воды в реке Клязьма произошло подтопление жилых домов. В них живет 277 человек, в том числе 86 детей. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Такова легенда учений для сотрудников МЧС области. Они проходят в течение нескольких дней и включают тренировку по ликвидации половодья и природных пожаров. Мероприятие проходит в рамках всероссийских командно-штабных тренировок. Сегодня, например, отрабатывали, как действовать во время половодья. Участвовали более 600 человек. В зону подтопления направили в том числе аэромобильную группировку регионального управления МЧС. На месте развернули пункт жизнеобеспечения населения, эвакуировали людей из зон условной изоляции и подтопления. Кроме того, спасатели отработали алгоритмы действий по спасению утопающего и поиску пострадавших. Также происходит отработка водной по откачке воды из затопленной зоны при помощи мотопомпы, пожарно-насосной станции. Все силы, средства, которые находятся на территории Владимирской области, это и аварийно-спасательная служба Владимирской области, и аварийно-спасательное формирование Россоюзспасу, а также все подразделения ГИМС отрабатывают задачи по эвакуации людей. Применяются как мотолодки, так и плавающий транспортер, который находится на вооружении специализированной пожарной части. Также работают все службы, как и ГИБДД, патрульно-постовая служба. В случае необходимости отрабатываются вводные по оказанию помощи медицинскими службами.